Вы все говорите, мол, нет войны. Умирают люди, гибнут солдаты. Что не станет лучше от пуль в голове? Америка, санкции, Киев и НАТО. Но уже без того на Донбассе разруха. Назревает вопрос о морали. Как немая и злая бабка-старуха. Почему 8 лет вы молчали? Как трусливые крысы без всякой конкретики. 8 лет вы бомбили Донбасс. Плакали матери, плакали дети. Вы глаза закрывали. Это очень мужской, блядь, поступок. Скинуть бомбы и напиздеть. Моя мать была украинкой, но при этом ненавижу их всех. Хватит хаять Россию, мол, будто агрессор захватить, она хочет Донбасс. Там простые люди от страха и стресса денно-ношно надеяться только на нас. Быть украинцем значит быть убийцей. Быть украинцем значит быть бандерой. Быть украинцем значит быть убийцей. Быть украинцем значит быть бандерой. Быть украинцем значит быть убийцей. Быть украинцем значит быть бандерой. Вы все говорите ему, Путин убийца. Вам легко, намазолив язык. Вам, наверное, что-то хорошее снится. А никто ведь из вас и не вник. Что Донбасс и Россию под нацистские вопли ненавидят уже много лет. Затолкайте себе все свои сопли. И из них приготовьте обед. Быть украинцем значит быть убийцей, бомбить города и прятать лица. Быть русским значит быть терпилой, пока бьют твою мать. Скакать на Майдане, быть укропом — это безвольно платить налог для того, чтобы Донбасс бомбить. Быть укропом — думать, что обойдется, пока по ушам ручей грязи льется. Слухай, реально душевні текста.